Всем здравствуйте! Вы в любимой деревне. У нас матрешка гуляет со своими двумя деточками. Козликом Леоном. Козочку еще пока не назвали. Матрешка все время за ними следит, особо не кушает. А вот Ромашка, она тоже гуляет со своим сыночком, Печенькой. Но она за ним не так смотрит, потому что рядом бабушка Зося. Вот что значит, когда рядом бабушка, когда мать-одиночка, которая переживает за все. Вот у животных даже тоже такое есть. Погода сегодня очень теплая, поэтому козликам лучше, козлятам лучше гулять в такую погоду, на солнышке. Я вот стою буквально в одной кофточке, мне же даже жарко. Солнышко припекает. Такая вот у нас красота. Белль у нас еще не родила. Ждем, но она так активно кушает. Воды еще не отходили. Будем надеяться, что это произойдет днем, чтобы я смогла быть рядом. Вот такой у нас Печенька. Козлик Печенька. Вот этот козлик очень спокойный. Он сам с собой играет. А у Ромашки дети, вот особенно этот козлик пятнистый, он похож на дедушку. У него дедушка был Лунтик. Очень такой вот эмоциональный. Бегает, скачет. И вот все-таки от дедушки передался окрас, потому что Лунтик у него был дедушка пятнистый. Хоть папа у него был сейчас чисто альпийский, совсем не пятнистый. Помните, козлик к нам приезжал? Не знаю, кто смотрит мой канал давно, видели козлика. Это их не папа. Вот он больше похож коричневому окрасу вот с дочкой матрешки. И вот с Альпочкой вот такой вот козлик был, как вот Альпочка по окрасу. Вот всех наших козочек он покрыл. Это был чисто альпийский козел. И Бельку тоже он покрыл. Вот интересно, какие будут по окрасу Белькины козлята. Потому что она-то вся беленькая, покрыта альпийским козликом. Бабушка защищает свою дочку и внука. Поэтому во как они меряются силами. Бабушка ко мне подошла. Зосенька, что ты, моя хорошая? Думаешь, я защищу? Конечно. Ну, какой смешной Печенька. В общем, вот так вот мы сегодня гуляем. Наслаждаемся жизнью. Уборка территории у нас предстоит в ближайшее время. Будем все сгребать, убирать. Все после строительства. Никак до конца не уберем. Вывезли 12 КАМАЗов. Еще, наверное, КАМАЗа 2 придется вывести. И вон там вот тот угол надо будет сжигать. Это все тоже потихонечку сжигаем. Матрешка очень смешно разговаривает. Она прям как ругается. Он так переживает за своих козлят. Очень сейчас не любит никаких коз. Она только охраняет своих детей. Фаню прям ругает, бьет. Вот такая вот интересная. Матрешка ругается, не дает своим детям подходить к Фане. А Фане так интересно с козлятками. Матрешка, не ругайся. Язык выставила. Чудная ты сейчас. Мамашка такая. Начала нервничать и шикать. Так вот она ругается. Ду-ду-ду-ду-ду. Какими-то своими там ругательствами, обзываниями. И нервничает, а шикает. Потому что Фаня стоит вот здесь. Она прям икает. Фаня, что ты все чешешься? Надо тебя помыть, подстричь. Козлик ее слушает внимательно.
Вот кажется, все козлята рогатые. Козлик точно. А вот девочку сейчас потрогаю. Дай-ка я потрогаю твою дочку. Допусти ты, я потрогаю, не бойся. Пока вроде нет. Дай мне потрогать козочку. Переживательная мамашка. Дай мне на солнышке. Ой, а козочка пока не рогатая. А у козлика уже рожки растут. Печенька. Что ж, дорогие друзья, краткий обзор нашего хозяйства на сегодня закончился. Поддержите нас, пожалуйста, лайками, если понравилось видео. Вам не трудно, нам приятно. Всем желаем хорошего потомства, у кого животные, здоровья, радости. И встретимся в следующих роликах. Пока-пока.